Так, ребят, нам сейчас понадобится клей жидкий, зубная паста и сода нам понадобилось. Кладем туда гель для душа. Столько хватит. Ребят, я не знаю, что у нас должно вообще получиться. Но должно получиться что-то крутое. Я надеюсь, что-то получится. В ТикТоке был такой лайфхак. Посмотрим, как это получится. Очень страшно, что с этим будет завтра. Ждите продолжение. Я начинаю, ребят, снимать эксперименты. Да, ребята, у нас теперь пойдут экспериментики всякие интересные. Так что, чтобы, ребят, не пропустить много интересного, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Положение всем. Вот такая вот, ребята, фигня у нас получается. Что-то не очень похоже на слайм, потому что там должен был получить слайм. Да. Завтра, наверное, будем это выливать. Ладно, оставим пока. Может быть, продолжение скоро уже выйдет. Потому что сейчас уже вечер, оно должно уже завтра выйти. Ну все, мы добавили достаточно. Мы, в принципе, достаточно всего отсюда добавили. Получилась какая-то фигня, а не слайм. Потому что там должен был получиться слайм. Ладно, ребят, завтра посмотрим, что мы тут нахимичим. Всем пока.